Добрый день, меня зовут Татьяна, и мы с вами на канале «Видео Волна». Сегодня мы поговорим о мессенджере, который называется «Там-там». В Российской Федерации данный мессенджер принято считать убийцей Телеграма. С тех пор, как Телеграм стал запрещенным, появилось огромнейшее количество аналогов. На мой взгляд, «Там-там» очень удобен. Очень приятный интерфейс, огромное количество анимационных стикеров, которые позволяют выражать ваши эмоции, возможность привлекать большое количество контактов, общаться в групповых чатах с неограниченным количеством пользователей, делают данный мессенджер удобным и комфортным. Разобраться с установкой не составляет никакого труда. Системы, которые поддерживают данный мессенджер, это Android. Также вы можете загружать его на iPhone и iPad. Лично я загружала данный мессенджер на iPhone, и никаких проблем у меня с этим не возникло. То, что потребовалось, это загрузить мессенджер в App Store, указать свой номер телефона, получить код с подтверждением, дальше указать имя, загрузить фотографию, и все просто. Есть список контактов. Есть возможность совершать как аудио, так и видео звонки, обмениваться сообщениями, создавать групповые чаты с неограниченным количеством пользователей, можно создать свой собственный канал, а также есть возможность даже знакомиться. У приложения есть свой собственный чат с большим количеством красивых парней и девушек, где можно знакомиться, общаться, встречаться, что очень полезно и актуально и делает данный мессенджер популярным. В настройках можно отметить, как часто должны к вам приходить уведомления по поводу сообщений, настроить такой раздел, как кэширование, то есть очистка информации, ваших мультимедиа файлов, сколько они должны храниться, выбрать язык, и сохранять либо не сохранять ваши звонки. То есть можете регулировать свою приватность. Вот. На мой взгляд, все очень удобно, молодежно. Но такой момент, если же вас заботит все-таки конфиденциальность, стоит задуматься, потому что для того, чтобы сохранить и загрузить данный мессенджер, вам необходимо указать ваш номер телефона. Также в условиях пользовательского соглашения вы можете прочитать такой момент, что информация может передаваться третьим лицам, то есть правоохранительным органам. Поэтому, если вы владеете секретной информацией, вы шпион, прежде чем загружать приложение, хорошо подумайте. Ну, а если вам нужно просто приятное общение. И часто случается так, что вы находитесь где-то в удаленном от города месте, и сигнал интернета слабый, там-там позволяет без проблем продолжать общение с близкими и отправлять им сообщения, а также видеозвонки. Что касается версии там-тама для компьютера, вот здесь возникли у меня определенные трудности, потому что для того, чтобы скачать веб-версию, для начала нужно загрузить эмулятор, который называется BlueStacks. Вот я его загрузила, вот он у меня. И лишь после этого я могу уже загрузить приложение себе на компьютер. Но, честно, вот до сих пор сделать мне это не удалось. Насколько актуально вам хранить данное приложение на компьютере, либо же удобнее скачать мобильную версию, не получив никаких при этом проблем, решать вам. В целом же большое, повторюсь, количество стикеров, анимашек, возможность создавать как свой канал, так и знакомиться, делают данный мессенджер приятным, комфортным, молодежным.
Поэтому я рекомендую. Всего хорошего и до новых встреч!